Агентство по страхованию вкладов с 5 апреля начинает выплаты вкладчикам столичного банка «Мегаполис». Напомним, Центробанк отозвал у него лицензию. В целях оперативного осуществления выплат будут задействованы структурные подразделения Сбербанка. В Чувашии находится 40 отделений, 30 из них в Чебоксарах. По оценкам агентства, 98% вкладчиков «Мегаполиса» смогут вернуть деньги. Сбербанк осуществляет прием заявлений в течение одного года. Подробная информация будет размещена завтра на сайте агентства по страхованию вкладов. Банк «Мегаполис» являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, на сумму страхового возмещения, то есть 100% наличия средств во вкладе вместе с процентами на одного вкладчика, на сумму, предельную сумму страхового возмещения 1 400 000, будут выплачены средства. Туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации в части благотворительных, религиозных организаций, товариществ собственных жилья. Здесь, в общем-то, защищенность будет чуть выше.